В администрации Ненецкого округа состоялись назначения на руководящие посты. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Цибульский. Как сообщалось ранее, структуры региональной администрации исключены должности первых заместителей губернатора Ненецкого округа. В соответствии с распоряжением главы региона Михаил Васильев назначен заместителем губернатора НАО. В его полномочия теперь входит координация деятельности органов исполнительной власти региона по взаимодействию с собранием депутатов НАО. Кроме того, Васильев будет курировать деятельность Департамента внутренней политики и Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения. Должность вице-губернатора, руководителя Департамента финансов и экономики НАО в структуре региональной администрации сохранила за собой Татьяна Логвиненко. Неизменной остается и сфера деятельности Сергея Боенко, который вновь назначен заместителем губернатора НАО, курирующим деятельность Управления государственного заказа, Управления гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности, Государственной инспекции строительного и жилищного надзора и Госинспекции по ветеринарии НАО. Евгения Калашник продолжит работу в команде губернатора в должности его заместителя, курирующего деятельность Управления имущественных и земельных отношений Ненецкого округа и исполнительных органов государственной власти региона в сфере развития сельского хозяйства и торговли, а также контрольно-ревизионной деятельности. Иван Болтинков в соответствии с распоряжением главы региона назначен заместителем губернатора, руководителем регионального проектного офиса. Кроме того, в зону его ответственности входит деятельность управления по государственному регулированию цен, тарифов НАО и деятельность исполнительных органов государственной власти округа в сфере информатизации связи, информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации, а также международных и межрегиональных связей. Полномочия Александра Лидера как вице-губернатора, курирующего деятельность Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого округа также подтверждены соответствующим документом. Новое назначение получила ранее представлявшая администрацию НАО в окружном парламенте Наталья Сидорова. Александр Цибульский назначил ее заместителем губернатора округа, курирующим деятельность Департамента образования, культуры и спорта. На этой неделе глава Ненецкого округа произвел еще ряд кадровых назначений. Так, Сергей Свиридов вновь назначен руководителем Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа. Павел Рахмелевич, ранее возглавлявший Департамент по взаимодействию с органами местного самоуправления и внешним связям, получил назначение на пост главы Департамента внутренней политики НАО. Руководство Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого округа доверено Лине Гущиной, а пост начальника регионального управления имущественных и земельных отношений сохранила за собой Анастасия Голговская. Еще одним своим распоряжением губернатор назначил исполняющим обязанности руководителя аппарата администрации Ненецкого округа Дмитрия Рожина, который ранее работал в этой структуре в должности заместителя руководителя.